В день памяти благоверных князей Феодора, Смоленского и его сыновей Давида и Константина митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавил божественную литургию в старинном храме на Арском кладбище. О престольном празднике церкви, посвященной ярославским чудотворцам, сюжет из Казани. Один из наиболее любимых и посещаемых храмов Казани – церковь святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, ярославских чудотворцев. Она была построена в 1796 году, а когда к концу 30-х годов 20 века все монастыри и большинство городских храмов были закрыты, все святыни были перенесены в эту кладбищенскую церковь. 1938 по 1946 год кладбищенский храм был единственным действующим во всей Казани и потому имел статус кафедрального. Одна из главных святынь этой церкви – мощи первого святителя Казанской земли Гурия. И сейчас церковь ярославских чудотворцев, несмотря на скромность своих размеров, является одним из наиболее почитаемых мест православной Казани. Поздравив собравшихся с престольным праздником, глава митрополии обратился к пастве с назидательным словом. Очень важно возлюбить Бога делами и свою любовь и преданность Богу проявлять и воплощать своей жизнью. Также владыка говорил о том, как важно сохранить мир в семье, быть целомудренным и, помня о Боге, сверять свои дела с Его заповедями. Проси Бога и Матерь Божию, чтобы она дала тебе силы восстать и пойти к Богу, которого ты любишь словами, но не делами, а Он любит тебя делами. В завершение владыка поблагодарил отца-настоятеля за труды по развитию приходской жизни, особо отметив активную социальную работу.